Я могу сказать, что нам есть над чем работать. Думаю, к подобным же выводам придут мои коллеги. Я не могу не отметить выступление The Family. Там, помимо всего прочего, я увидела работу с пространством внутри и вокруг себя. Очень хорошо видно было. А это уже говорит о стремлении хореографа прививать своим ученикам не только любовь к танцу и научить их движения делать какие-то интересные, а это говорит уже о профессиональном обучении, когда идет работа со специальными техниками, которые позволяют расширить границы определенного стиля, жанра, они дают возможность танцовщикам совершенствоваться, искать свой стиль. Они учатся постоянно открывать себе новые грани мастерства. Вот хотелось бы всем пожелать не останавливаться и все время искать какие-то возможности для того, чтобы дальше совершенствоваться. И еще хотелось бы пожелать всем побольше сюжетов танцев и более раскрытых разнообразных рисунков.